okay? И в школе, например, плохие оценки. Все идет вот так вот. Если ты кому-то что-то нагрубил, у тебя потом тоже кто-то тебе что-то скажет плохое. Мы этого не замечаем. Когда у тебя хорошее настроение, как мальчик сказал, когда ты улыбаешься, когда ты маме сказал, мамочка, спасибо тебе большое за вкусный завтрак, и ты приносишь хорошие оценки, тебе родители там покупают мороженое. Ведь правда так? Когда ты делаешь что-то хорошее, когда у тебя хорошее настроение, у тебя весь день хороший. Это тоже добро. Да, я считаю, что добро – это, в первую очередь, состояние души, которым мы просто делимся и которым делятся с нами. Вот. И чтобы начинать делать благие дела, чтобы начинать делать благие поступки, нужно, в первую очередь, начинать со своих близких, с тех людей, которые являются... Но помни, где всегда тебя ждут. Выбирая в жизни свой путь. Если у вас есть какие-то вопросы, вы не стесняйтесь, подходите к микрофону, как в КВН, знаете, и задавайте вопросы, мы постараемся на них ответить. Можете рассказать анекдот Окей, пока вы думаете над вопросами, мы еще чуть-чуть поговорим с вами. По поводу альбома, мы сейчас как раз с Аленой заканчиваем, опять же, повторяюсь, осталось две песни. Вот. А, ну, песни послушать можно ВКонтакте, люди, куда зарегистрированы, там не смогут найти. Расскажи, пожалуйста, давай. Подходи. Ему надо чуть ниже установить. Сегодня второй класс, просто реально отжигает просто здесь. Встретились вертолетчик и стрелец. Тихо. Хотели бы вертолетчик пролюбал стрелец в полстака на воду, а себе полю. А стрелец спросил человека. А вертолетчик отвечает, я же вертолетчик, пока донесу стакан до рта, половина разольется. Я извиняюсь, кто тебе рассказал этот анекдот? Дедушка. Дедушка, я понял. Дедушка, привет. Да. Пожалуйста. Наши люди у микрофона. Налетели на деревья с Мигерей. Пошла деревья. Нет, еще все нормально. Подумали еще, сколько думать, месяц, другой. Пошли к добрыне, Никита. Спасай. Надо подумать, сколько? Неделю, другую. Пошли к Алёше. Спасай. И Алёша Бобровича в этом были. Ко мне, Алёне, сел на коня, а деревья говорит, вот это нормальный герой. Ну, спасай. А Алёша говорит, без смысла всяких деревьев. А Алёша такой говорит, что думать, сматываться надо. Пожалуйста, конечно. Глаза младших братьев, что чувствуют во мне опору.
чтобы был сильнее и не ошибаться снова, чтоб не спускаться вниз, а подниматься в гору, благодарить Бога за выбранную мной дорогу. Есть место и потанцевать тоже, так что можете приглашать на медленные танцы своих одноклассниц. Хочу с тобой. Хочу с тобой. На глазах ушла, погасив свечи. Произошло все в кухне, за столом. Мы с тобой говорили о нас, но потом опять нелепая ссора, и началось вдруг ревнивая сцена из одной из моих подруг. Включила автоответчик, а там сообщение. Ты говоришь, хочу с тобой создать семью. Куда идти на ведь, я тебя люблю. Ответил, постой, мне же еще рано. Нужно подняться на ноги, ведь ты же знаешь, что Милана. Я был предельно ясен, и почему дослов обиделась, ушла, помахала мне рукой. Я вслед тебе кричал, постой, но ты уже слишком поздно. Хочу с тобой. Хочу с тобой. Ты разбил мечты миллионом глупых раз. Сердце пустота, словно в мире я одна. Если знал бы ты, как я верила тебе, разбили мосты, все же по твоей вине. Но любовь твоя в моем сердце навсегда. А теперь вместе с нами поем. Хочу с тобой. Помогайте. Слова простые. Я бы всегда. Твои глаза. Уходила и душа возвращалась. Сейчас будет такой долг. Не забывай, свой родной дом, где умрём. И спереди. Аленка, посмотри в кадр. Юля, иди сюда. Ой, какая грустная. Хочу лучше, хочу пустить. Подожди. Здесь у меня тоже больше. Наконец-то, к нам хоть раз. Как? Жопа. А то напоминаешь какие-то. Нет, Джоли, это очень хорошо. Старая, кстати, как я, очень хорошо.